Сегодня основные индикаторы биржи находятся в красной зоне. Индекс NASDAQ снизился главным образом из-за падения акций компании Google после того, как Евросоюз оштрафовал ее за нарушение антимонопольных законов. Из экономических данных США индекс потребительских настроений, который вырос в июне. Позднее сегодня выступят некоторые спикеры Федрезерва, включая Джанет Йеллен, а завтра мы узнаем о запасах товаров торговли и продажах вторичной недвижимости. Форекс-маркет имеет следующие значения. Британский фунт вырос по отношению к доллару на 0,44%, соотношение валют 1,28 пунктов. Пара доллара и иена на 0,25% выше, текущее значение 112,11 пунктов. В центре внимания курс евро и доллара. Пара уже достигла двух отметок и сейчас двигается к 1,13 пунктов, ключевой внутридневной зоне сопротивления. Так как текущие тенденции являются восходящими, можно ожидать дальнейшего роста курса валют. Долгосрочные позиции будут выше 1,1245 пунктов со значениями 1,135 пунктов и 1,137 пунктов. На рынке драгоценных металлов ожидается укрепление стоимости. Цена золота преодолевает ключевую линию сопротивления на уровне 1253 долларов. Технические показатели растут, указывая на дальнейшее увеличение стоимости металла. Долгосрочные позиции будут выше 1245 долларов со значениями 1253 доллара и 1257 долларов ровно. Серебро на 0,17% дороже. Тройская унция стоит 16 долларов ровно. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.